Здорово, Империя! Микрофон Артём, канал Snowworm TV, у нас очередная новая игрушечка. Как обычно, как всегда, нету русского языка. Вот. Кто-то пишет мне в телефон. Как не вовремя, как обычно. Ладно, да перестаньте уже. Start game. Normal, наверное. Так. Играем за кусок угля, что ли? Могу прыгать. Гам бегает как быстро. Ага, у воротик есть. ЛТ. Ага. Грибочки поедать можно? Хорошо. Это баф. Чего какой? Быстрый огонек. Почему он не поджигает траву, мне интересно знать. Используйте дэш. А, ну типа. Главное, паутину мы сжечь можем. Это чекпоинт, наверное, все-таки. Да, у нас сверху вам показано. Нам нужно еще три таких башенки, и в конце будет костер. Это что? Жертвоприношение? А, я трачу хп, но при этом у нас уже три. Я капец, конечно, хп потратил. Ну ладно. ЛБ, кстати, есть еще. А, ну ЛБ это типа... Посмотреть, куда может пойти. А, у нас все, у нас хп нету. Подожди, а я могу? Да, могу, походу, хпшки резать. Но вот эту мне не открыть. О! Куда нести? Сюда? Тут еще он друг. Я так понял, нам нужно поджечь этот жертвенный костер. Да. И мы, в принципе, прошли. Ценой, как говорится, своей жизни. Прошли дальше. Вот хаплокация, походу. Скиллы. Апгрейд стоит один орешек. У меня... Походу, у меня нет орешков. Да, мне на что не хватает. У меня есть сид семена, один штук. И, в принципе, больше ничего нету. Так, вот старт адвенчура. Это кузница Фордж. Здесь 15 орешков апгрейд. Орешков у меня нету. Здесь что-то есть. Руны. Тоже ничего не нажимается пока. Ну, как обычно, видимо. Потому что только начало. Давайте сюда прыгнем сразу. Вот этот первый уровень. Так, 1 из 30. Ух ты! Червяк. О, его можно прикончить. Добивание есть. Так, это что? Это берем. Регенерейшн, кстати. Это такой, знаете, рогалик. Ага, во. Щит, наверное, возьмем. У меня регенерация есть, я поэтому могу... А, все, сюда пока нельзя влить. Могу потратить хпшку. Так, усиление. Усиление.
нас тут пока один удар. Вот эти, кстати, взрывают, надо аккуратненько быть. Так. Я знаю, что ты кусайся, поэтому... Ах ты! Ничего страшного, у меня был щит. Забираем. Его здесь еще есть. Теперь это надо отнести в костер. На все, это мы, короче, тратим... ППшки. Вот здесь, кстати, сломать можно. В ящике что-то есть. Немножко тухнем, но нам нужно... Кстати, взрывает, аккуратно надо быть. Блин, убили. Go to village, try again. Повторим. Такая, знаете, специфическая игра, на самом деле. Вся наша задача это... тратить хп-ки свои, да? Но при этом... Ой, я убил его. Поджигать вот здесь. За каждую руну нам дают... какую-то эту... способность. Так как это рогалик, очевидно. Просто пока очень мало приемов в игре. Опа. О, что-то подобрали, РТ. Так, регенерацию берем. Получается. Все миссии, походу, вот такие. О! Жопу им поджег. Так, он ворует. Гаденыш, хотел своровать. И еще можем потратить хпшки на улучшение. И еще можно... А, пока нельзя. Нам нужно принести обелиск, надо занести, чтобы дальше продолжить костер разгорания. Такая, знаете, в принципе, на любителя игрушка. Выглядит так симпатично. Мне нужно найти еще обелиск. Пинт, найдите руну. Несли. Бля, я где-то выбросил. Погодь, 5 сек. Почему, когда начинаешь что-то записывать, да, всегда начинает кто-то отвлекать?
стучать. Во-первых, кто-то смс-ки пишет, потом кто-то в дверь позвонил. В общем, как-то вот так. Ну, бывает, бывает, а что? Так, отлично. Вот это возьмем. У нас три бафа. Нам нужно еще одну. О, армор. Неплохо. Это соберем. О, посыпались, как хорошо. ХПшки. Здесь надо какую-то штуку. Финт рун ту опен тотем. Вот эти опасные, они взрываются. Так, ты не беги давай, бежит он уже. Тут червя опасаться надо. На. Блебальником его об пол. Так, отлично. Еще одна руна. И что? О, вот, походу, что-то нашел. Где эта штука? Вот. О, кстати. Желуди. Желудь для апгрейда. Так, забираем, понесли. За мной этот ползет. Ящер. Есть. Отлично. А, у нас получается три комнаты. Я забыл совсем, что тут три комнаты. Так, ты не воруй, хватит. Сразу наполним. АУЕ, кстати, мастер. Давай. Так, уйди-ка отсюда. Власть. Блин. Гад укусил. Хватит вылазить. Аккуратно. О, зайчик. Бегаем быстро, типа. Я забыл, что мы можем прыгать, оказывается. Так. Это опасненько делаю, конечно. Не надо так быстро тратить хпшки. Иначе нас могут замудохать. Блин, чуть не подорвался. Давай, вылазь. Собака как-то зацепил меня. О. Ой, я ужёг. Так, бежит он уже, смотри. Блин, тут еще один. Блин, не хватило. Так, а где еще проход был? Вылазь давай. Он своим взрывом, блин, дамажит. На.
Мне таким макаром не хватит этого огня. О, вот это вот атака. Где я там еще не открыл? Вот здесь где-то. Вот эту еще не открыл. Ну, допустим. В конце может быть, кстати, босс. Так, а где полечиться мне теперь? Где мне полечиться? Вот еще одна есть. Но я боюсь, мне не хватит. Где не был еще? Тут три входа, что ли? Вот пауки, кстати, сверху, наверху сидят. Как их достать? Быстрый бег. Так, руну вижу. О, новая магия. А где руна была? Где-то здесь, да? Нет, где-то внизу. Вот она. Так, руны — это хорошо, но там нету хп. А мне нужно хп. Грибы резаются. О, это неплохо. Ну и что мне делать? У меня не хватит хп. Как-то не предусмотрено игрой. Хотя ящики, по-моему, резаются, да, заново. Судя по всему. Так, ну это мне хватило. И не хватило. Лучше бы регенерация хп была. Может, мне надо что-то еще ломать, я могу? Вот. Новый скилл. Просто довольно-таки маленькая карта. И что делать, когда я всех убил? Вот здесь паук сидит, вот здесь. Видите? Как это сломать? Непонятно, я туда и залезть не могу. А там пауки сидят. Видите, пауков сколько? А где пауки, там и эти лежат. А как туда подняться? Он не лазит по ним. Вопрос остается открытым. Вон сколько. Вот эти штуки должны, по сути, ломаться, наверное. Что делать дальше? О, блин, непонятно. Потому что все ящики я, по-моему, разбил уже. Пауки не резаются. Собрать мне нечего. Хотя, судя по всему, должен быть еще, потому что где-то должен быть еще проход. Грибочек. О, регенерация. Я где-то, походу, проход не замечаю. Ой. Упал нечаянно. Где-то есть проход. Но тут нигде больше прохода нету.
тут я взял тотем. Море стамина. Может, когда я открыл... А, вот, смотрите, руки резнулись. Руки резнулись, это хорошо. А прохода никакого не открылось нигде. А где мне взять еще два тотема? Раз тут нигде больше входа, то и выхода и нету. Вот ты бежишь, блядь. Так, вот уберем. Регенерация — это the best. Я же не могу больше, да? А, не могу. В принципе, мне тотема больше не нужно. Сейчас отрегинится. Все. То есть два тотема я нашел, а два можно было так активировать. Ну, такая, знаете, спорная игра на самом-то деле. Survival Hood to Play. А, подождите. Это Tower Defense пошел? Мне нужно защитить. А как защитить, когда я не могу ничего построить? А, вот, смотрите. Крупы. Ой-ой-ой! Это подстава. Все, акклиматизировался. Так. А, вот, смотрите, он будет кидаться. Да, это Tower Defense. Вот они отсюда побежали ко мне. О! Вот это поинтереснее будет. Так, шипы. Отлично, бежим. Так, он кидается в меня или не в меня? Не, вряд ли он в меня кидается. Так, а пауки на меня нападают. Не хватило. С двух сторон ползут. Теперь с этой стороны ползет. Да, он у него кидается, но... Шипы не так... не трогал, все понял. Так, а где еще идут? Непонятно, по-моему, идут отсюда. Сейчас я его сожгу. Вот этот аура неплохая штука, кстати. Мне нравится. Здесь еще сейчас одного поставим. А нам нужно продержаться 2 минуты еще. Но не так как бы трудно, я бы сказал. О, тут... Тут яд. А, он оглушает, по-моему. Но пауки, короче, просто бегут на меня. А вот эти головы летающие, они хотят... О, они все больше и больше встают.
Надо же бежать, иначе они уже... Уже здесь. Так, где еще? Отлично. Регенерация за шибок. Сейчас везде напендюрим. Так, откуда бегут? Сюда. Хорошо, что они меня не трогают. Это плюс. Они идут только чисто к этому. Так, отстаньте. 38 секунд. Они идут к вулкану вот этому. Блин, они взрываются, штуки. Зато с них падают эти сердечки, листики. Листики же это, по-моему, да? О, вот это народу там бежит. Все, есть. Чуть-чуть и проиграли бы. Так, куча желудей. Go to village. Теперь мы можем что-то где-то улучшить, да? Отлично. Здесь что-то еще есть, пока нельзя. Тут эти молятся. А, это эти. Всякие свитки. Руны. Пассивка. Тоже пока... А, о! Смотри, активировал. Потратил желуди. Но я пока ничего не могу нажать здесь. Нет. Зря я, конечно, активировал. Да ладно. Тут, короче, нужно... У меня 11 желудей осталось. А, это первый уровень, типа дальше будет второй. Punch Damage. Dash Power. А, вот сюда нужны листики вот эти. Сюда могу кинуть. Сюда могу кинуть. Тут 190 уже нужно. Сюда уже не хватает. Ладно. Давайте здесь остановимся. Берите на вооружение данную игрушку. Ну, прикольный рогалик такой, необычный, с огоньком. Вот. Кому понравилось, ну, в принципе, пробуйте, играйте. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте. Приходите на стримы, все ссылки будут в описании. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.